Здравствуйте, 112, что случилось? В марте количество звонков в единую дежурную диспетчерскую службу увеличилось на 35%. Обычно на каждого оператора приходится около 200 обращений. Теперь их число достигает отметки в 300. В день обрабатывается от 1000 до 1150 звонков. Практически весь этот прирост звонков связан с тем, что больше по проблеме коронавируса. То есть всевозможные вопросы люди задают и про симптомы, и что делать после возвращения за границы. Больше, чем обычно, звонков от жителей Ленинского городского округа поступало и в полицию. Наши бдительные граждане периодически звонят и сигнализируют о том, что где-то большие массы людей собираются, или же кто-то приехал, известные им люди из-за границы, и не соблюдает режим самоизоляции. В остальные службы в марте количество звонков не изменилось. В основном граждане обращались по поводу горящей из-за жаркой погоды на выходных травы. Сейчас служба 112 продолжает работать круглосуточно. Звонки по этому номеру принимают 4 оператора, а также дежурный диспетчер принимают звонки, поступающие на городской номер. Дорогие друзья, мы работаем ради вас. Большая просьба, оставайтесь дома, чтобы помочь себе, своим близким и всем нам в целом. Давайте наберемся терпения, ответственности и внимательности, и все будет хорошо. Александра Столярова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.